поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Добрый человек, а вон то поле, по другую сторону реки, оно чье? У леса-то? Воин из Кремков. Хороший он мужик, сударь ведьмак. Вот только не... Да-да, а этот воин не решит вдруг на урожай. Чего бы? До жатвы еще далеко. Да? Что такое? У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгаардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая — мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну, рассказывай, что ты узнал. Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну, как успехи? Крушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в лисьем бору. Нильфгаардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Ну хорошо, все готово. Дай только знать и примемся за работу. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много, и мешаться никто не будет. Значит, там мы увидимся.
Речка, золотая Нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Но так как? Ты готов? Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами. Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Похоже, на востоке Нильфгард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину, прежде чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы, спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. Слышишь? Он где-то рядом. Пойдем поздороваемся. Погоди, возьми-ка. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Ну вот, пожалуйста. Мне с ребятами читал морали. А сам-то игрок. Ну хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Берегись! Сейчас ударит! Быстрый! Слышишь?
Погоди. Берегись! Сейчас ударит! Лера, быстрый! Не упускай его! Его кровь скоро ослабеет. Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Человек всю жизнь учится. Только не ведьмак. Иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным.
а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме. Потанцуем?
давай! Придержи. Что это такое, вашу мать? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет! Нет! Ради богов! Чего? Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На. Возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Шевелись, плотва. Придержи.
На! Его сукина сына. Он колдует. Этот ублюдок колдует. Попробуй самой. Его боги! На! Сукина сына! Прогибом. Эй-яй-яй! Он наш! Наш он, сука! Yeah!
Пёс тебя ебал! Убью. Убить! Обобрать! Остальное закопать!
Братва, за работу! Я вам, суки! Что здесь произошло? Да вот что-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Потрескивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Ну как ты думаешь, что случилось, баран? Спалили мне халупу, мастерскую. Все я потерял. Все! Мне очень жаль. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь полвека, думал, они меня своим считают. Но все поменялось, когда пришли черные. Я единственный кузнец в округе, так что приходится и на гарнизон работать. Клепаю пугнутые панцири, подковы ставлю, все такое. Нильфгаардцы не платят ни гроша, дают только материалы и приказывают. А люди-то не верят. Они думают, что я богатею на их несчастьях. Сплю на куче золота, вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать. Плюются при виде меня. А теперь вот это. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось, но я дам тебе все, лишь бы ты привел этого сукина сына. В ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно, удачи!
и сапог. Мужские, большого размера. Смердит человеческой мочой и водкой. Снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Говорят, женщины севера моются раз в 3 месяца. Это правда? Вдобавок ко всему, он потерял башмаки. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. Рана была неглубокая. Следы ведут обратно в деревню. Вот и снова увиделись. Благодарю за спасение. Без вас мне б конец пришел. Люди всякое болтают о ведьмаках. А я всегда говорил, это ремесло порядочное. Вижу, товары ты сберег. Теперь жду, пока починит повозку. Время идет, убытки растут. Не нужно ли вам что-нибудь? Отдам за полцены. Дай-ка взглянуть.
Береги себя. След обрывается, но я смогу узнать его поранее. Сидел дьявол на трубе. Следы когтей утопца. Это должно быть он. Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя ебёт? Ого! Он не только поджигатель, но и мастер остроумного ответа. Ну, пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет. А я с нелюдьми не разговариваю, потому как они ублюдки все. А краснолюды из них наихудшие. Жадные, как сороки. За золото все сделают. Мечи куют. Которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? Послушай, договоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай, а я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил, но что осталось, будет твое. Я, в отличие от сорок и краснолюдов, не жадный, так что ты меня не подкупишь. Ах ты, сука! Сейчас ты у меня получишь! Успокойся и иди со мной. А я сегодня получил горбушку хлеба. Я должен извиниться. Я извиняюсь.
Подъем! А? Что? Что происходит? Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоной. Не пелка? Ты? Я с твоей матери ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил. Но с меня хватит. Эй, солдат, на минутку. Нет, Вилли, умоляю, я выпил. Не знал, что делаю. Я вам уже говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьмак его поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение — саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его! Суровая кара. Но заслуженная. Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да неважно. Твоя награда. И, кстати, я ж кое-что успел вынести из пожара. Да и наковальня цела. Кое-что могу выковать. Так что, если что понадобится, скажи, сделаю скидку. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Сделай мне одну вещицу.
Бывай.
Здравствуй, хозяин. Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем. Как есть беда. Призраки там завелись. Уж лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас спохватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки. А после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя Люба выпила пол кувшина и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво или брашки, а воды как раз. Непременно чистой. Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно. А он и подойти никому не позволит. Опиши мне этого духа. Ну, страшенный он жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гробу встала. Платье на ней грязное, все изодрано, кожа прямо кусками сходит, а воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак. Или альп. Да как ни назовите, мастер-ведьмак. Если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? В Хущах. Это хутор такой был, к югу отсюда, на пригорке. Никто туда не заходит, потому как дух, понимаете, прогоните его. Очень прошу. Вот и несчастный колодец. Странно. От духа ни следа. Может, он появляется в определенное время? Трава вокруг колодца выжжена. Тело высушено, следы ожогов. Судя по всему, это полуденница.
Что-то привязывает полуденницу к этому месту. Какой-то предмет, без которого она не может уйти в иной мир. Мужчину всадили нож, он умер на месте, а потом тело обглодали звери. Здесь какие-то кровавые пятна, но это не его кровь. Дневник может пригодиться.
Браслет. Может, он связывает душу девушки с этим местом? Пятна крови, едва различимы. Кого-то здесь тащили еще живым. Следы окровавленных ладоней. Руки маленькие, женские, наверное. Она была ранена, дралась за жизнь. Тело не видно, но может я найду какие-нибудь следы? Иногда кровь видна даже через десятилетия. Еще один след у колодца. Похоже, полуденница не отходит от колодца. Следы крови почти исчезли, но нитка крови по-прежнему видна, что-то не так. Труп повешен на веревке от ведра. Похоже, это хозяйка дневника. Широкий таз, маленькие челюсти, женщина, судя по зубам, лет 30, без левой руки. Надо сжечь останки, а перед этим понять, что связывает ее с этим местом. Может, у нее на руке был мужнин браслет, и кость потому и отвалилась? Придется прыгать. Надеюсь, не переломаю ноги. Широкий таз. Надо сжечь останки, а перед... Может, придет... Улов удачный. Браслет с гравировкой. Кларе от Волькера. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Отличная работа, но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу.
Иначе полуденницу не изгнать. В поисках Йеннефер своей давней любви Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильфгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннефер находится совсем рядом, в Изиме. Надо подготовиться, сделать масло от призраков, выпить эликсиров. След. Игни.
сработало. Держи. Дело сделано. В колодце поселился дух женщины, которую там убили. Я его прогнал. Только бы каждый непогребенный бедолага не начал вот так вот призраком являться. А то из-за этого поле битвы нам одни хлопоты будут. Если что, имейте меня в виду на будущее. А пока что... Клара, Волькер, говорят тебе что-то эти имена? Не знаю таких. Хотя травница наша Тамира вспоминала как-то какую-то Клару. Может, о ней и речь? Ваша награда, мастер. Золото, что я для Любы в приданое собрал. Без вас бы она до свадьбы и не дожила. А так есть надежда. Что-то сомневаюсь, что мне приданое пригодится. Сохраните деньги Любе на свадьбу. Выпейте тогда за мое здоровье. Спасибо, милздарь ведьмак. За доброе сердце, за теплое слово. Но с пустыми руками я вас не отпущу. Возьмите хотя бы это. На счастье.